В свете победы были посвящены мероприятия, связанные с открытием мемориального памятного знака часовни защитником Отечества на территории стадиона имени Ленина. Акция «Звезда Победы», фестиваль «Мы россияне», проводимый совместно с Международной ассоциацией национальных культур Хабаровского края и многие другие. Значительное внимание в своей патриотической деятельности Ассамблеи уделяющей мероприятиям, реализуемым в рамках содействия культурной самобытности народа, учреждение деятельности по консолидации единства многонационального населения края, укрепление межнационального, межконфессионального мира и согласия. Среди них следует отметить проведение на двух площадках в городе Хабаровске и в городе Комсомольске-на-Амуре празднования Нового года народов Средней Азии и Кавказа Нагру, татарского народного праздника Сабантуй. Совместно с постоянным представителем республики Саха-Якутия по Дальневосточному федеральному округу в городе Хабаровске проведение национального якутского праздника ИСА в экопарке Воронеж. Активное участие в мероприятиях Министерства культуры Хабаровского края, посвященных дням славянской письменности и культуры. Проведение в городе Хабаровске дней удыгейской культуры Бабдуки, народного славянского праздника Ивана Купала, фестиваля коренных малочисленных народов праздника.